Петрович, ну расскажи, как все произошло-то. А? Я выехал отсюда, Че-че? Тихо, тихо. Подполковник Петрович находится на стадии, когда великий могучий переходит в язык жестов. Некоторое время назад он довел до седин воспитателей детского сада на улице Нагорной. Они вывели малышей на прогулку, а Петрович со свистом и шумом протаранил забор учреждения. Пенсионер МВД поступил как настоящий мужчина, подобрал оторванные запчасти и уехал. Че еще раз? Подполковника, читающего себе под нос монолог, активисты ночного патруля обнаружили в двух кварталах от садика. На место подъехали полицейские и стали разбираться в ситуации. Петрович на тот момент был уже в таком состоянии, что вместо букв неровно черкал каракули и кляксами отказывался от медицинского освидетельствования. Если больницу не согласен поехать, пишешь «не согласен». Слово «не согласен». Аккуратнее. Вот здесь. Подожди, должен написать, Петрович. Надо написать слово. Держи. Вот здесь. «Не согласен». Можешь написать? Вот здесь. «Не согласен». Водитель пытался объяснить, что оказался в растрепанных чувствах из-за ссоры с женой. Пару месяцев назад подполковнику уже задерживали за езду в нетрезвом виде в другом регионе. Теперь его точно лишат водительских прав, и также по-мужски убежать от штрафа не особо получится.